Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня второй день, второй выпуск, второй эпизод нового донатного аккаунта. Это десяточка, версия, как писали ребята, версия 2. Мы получаем сегодня следующих героев. Я планирую, знаете, так, получить большинство героев, потом начну проходить локации и качать эту десяточку. В общем, бум! Вот такие вот у нас сегодня, ребят, плюхи. Плюс... Ну, ворожай у нас, по-моему, есть. Плюс стрелок, плюс Анубис, плюс Бугимен, плюс Асура, плюс Командора, плюс Махатма, плюс 6 героев мы получили, плюс получили скины. Так, сейчас я зайду. Я уже не помню, у меня куча аккаунтов, я не помню, где какие герои есть. Так, ворожей есть, да. Плюс 6 героев у нас получилось. Поехали. Их пооткрываем. То есть герои вообще топовые. И они уже на обычном, на простом аккаунте есть. И это там за 30 баксов. То, о чем я всегда вам говорю, что перед тем, как начинать, вы можете начать на другом сервере и получить нормальных героев вообще за копейки, по сути. Вот такой вот у нас уже алтарь. Плюс-минус. Раз, два, три, четыре, пять, 15 героев. В принципе, довольно-таки неплохие герои. Так, Ронин у нас есть. В общем, вот такие вот дела. Поехали дальше. Плюс 300к. Поехали сейчас качать еще плюс 350к. Нормально, ничего тогда. Поехали качать обратно же скины. Так, надо забрать подгон. Где там? А вдруг сейчас исцеление выпадет? Но это не точно. У нас тыковки нет. У нас нет самой главной имбы. О, Фрейя, подождите, а у нас Фрейи ж нету. Ну все, ребятушки, let's go. Поехали. Что это было? Это была админ панелька. Такс. Что можете поздравить, седьмой герой? Вот что значит английский сервер. Где ты себя чувствуешь при минимальном донате обалденным чуваком? Еще и куча плюх. Бум. Второй заходик. Let's go. Поехали. Плюс 7 топовых героев. Что вы на это скажете? А по сути у нас задонено 20к даже нету. Уберите бонус на это вообще копейки. То есть вот так вот. Она дает как слот забрать. Ну ладно, заберем слизняка. Четвертый день у нас пошел. Так, окей, поехали дальше. Поехали, пооткрываем. А карты давайте в конце откроем видосика, посмотрим. Давайте пооткрываем эти сундучки. Три. Третья карта, две штуки, обалдеть. 30 слизней сразу же можно героя прокачать. Вот это кайф. Когда вот так вот получаешь 100 книг, обалдеть. Это оно, грубая сила. Блин, да кайф вообще. Жестко.
Так, еще получили и эмблемки. Опа! Ну, такие себе. Так, хорошо. С этим разобрались. Поехали. Поехали качать скины. У нас сразу же Фрея сейчас будет просто, знаете, с топовой прокачкой. Да, блин, запарили. Дайте нормально покачать. Анубис. Так, ладно, давайте придумаем название. На русском тут, по-моему, нельзя писать. Видите? Давайте попробуем так. Опа! Есть. Десятка, версия 2. Погнали. Потом можно будет смену сделать. Махатмушка. Вот лучше всего выбивать, получать скины, потом выбивать таланты. Почему? Потому что многие надо будут. Ну, для многих героев надо два талантика. У большинства выбора. Так, что, все? Да, походу. Походу все. Ну, ладно. Для большинства героев получается, мы не можем поставить одновременно. То есть надо скин, чтобы поставить два талантика, потому что многие нуждаются. Так, в двух талантах. Поехали. Сразу же пошла такая, да, жара. Питомцы подъехали, ребятушки, подъехали. Питомцы, питомцы — это тоже самое основное, что надо будет забирать в первую очередь, потому что надо попрокачивать питомцев хорошо. Без питомцев будет очень сложно ходить на всевозможные локации для фарма, на PvP локациях там однозначно будет сложно. Блин, как это долго. Больше всего не люблю открывать такие итемы, которых очень много. Но питомцы здесь зачетные. Панчбокс. Самое, знаете, самое обидное то, что без донатом сложнее всего получить вот этих питомцев. Они все за донат, либо с акции там дают их копейками. Хотелось бы, чтобы хотя бы что-то сделали равные прокачки. Можно было питомцы всем одинаково дать. Ну, HG уже на мелочи пытается заработать. Ничего не поделаешь во всех играх так. Так. Что у нас на этих падает? Вот видите, тут та же самая картина. То есть, по сути, сумки здесь только добавился еще один феник. Тоже довольно-таки неплохой пэт. О них я уже рассказывал. Пишите в комментах, что вы хотите, чтобы я вам рассказывал, писал видосики, на какие темы по прокачкам. Что, как, почему я стараюсь вам делать обзоры героев, ну и стараюсь делать еще дополнительно для бездонатов обзоры прокачек разных, потому что у вас нету такой возможности прокачать сразу же несколько героев. Поэтому надо что-то искать универсальное. Короче, такое. О, ничего себе! У нас сегодня архи есть. О, let's go! Как это я пропустил его? Вызывает монстров. Отражалка. Ну, нам рано еще на него ходить.
Да, что-то мы надо начинать эту движуху прокачивать по чуть-чуть аккаунт. Ну, пока есть кого качать. Так, окей. 7 героев мы получили. Поехали, откроем, кто нам отсюда нужен. Афинка, Бигфут, Заклинательница, Седна, Пабашка, Рибит. У нас, по-моему, их всех нету, если я не ошибаюсь. Да, у нас их всех нет, поэтому смотрите, сколько наград нам приходит. Поехали, попробуем. Бум, ПБшка, 8-й герой. Афинка, 9-й. Седна, 10-й. Бигфут 11. Заклинательница 12. Плюс 12 героев. Рибита дадут? Ну. Афина, Афина. Афина. Седна, дайте Рибита, блин. Фрея, нифига себе. Ну, видите, можно было даже ее не покупать, но мы забрали ради скина, чтобы потом не качать предложение. Было очень соблазнительное и выгодное. Так, окей. Поехали. Плюс. Сколько там? 8. Девять. Плюс 11 или 12 героев, обалдеть. Вот так вот развиваются аккаунты. Просто жесть, ребят. Посмотрите на этот алтарь. Нормальное, да, начало аккаунта. Также у нас есть сегодня коллекционер. Давайте на дискаунт зайдем, посмотрим, что тут у нас. Вот за 18. Зайдем на дискаунт. Коллекционер. Вот. Сейчас попробуем паролить с запашками. С запашками проблем нету. Вырулить за запашки. Дриаду и бочку. Вот бочка есть, отлично. Не дают. Ну, даже так. Дриаду не дали, зато бочку получили. Нормальный, да, коллекционер? Пять осколков и плюс новая эмблемка. Ну, вот так вот. Такие вот дела, ребятушки. Пишите в комменты. Ставьте лайки, ждите следующих видосиков. Всем удачи, всем пока.